Сегодня у Гомеля провели урочистый сход, примеркованный до Дня медицинских работников. И хоть непосредственно профессийное свято будет означаться только у неделю, 17 червня, рассказать об ситуации у Галине и узнагородить лепших вырашили уже зараз. Подстав для доброго настроя у медиков Гомельской области сегодня хапая. И бодай самое главное – поспяховое выполнение державных программ у сферы охраны здоровья населения посприяло поляпшению першасной медицинской допомоги и захованию становчей динамики основных медико-демографичных показчиков. А проша того, означается повелишение колькости высокотехнологичных медицинских умешаний, у тем лику на районном узроне. Так, коли у 2013 году в области было проведено крыху больше, как 3000 таких операций, то летость больше, как 6900. Укоренение развития высоких технологий стало махшимо, у тем лику, дякуючи умацаванию материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских организаций. Укомплектованность установ охраны здоровья Гомельской области врачами перевысила 96%, а средними медицинскими работниками 97%. Значная работа проводится по информатизации галины. Сегодня все организации охраны здоровья Гомельской области мают возможность телемедицинского консультирования. В области активно охраняется автоматизированная информационная система электронных рецептов. У Гомельской области обеспечено стабильное выполнение всех социальных стандартов в галине охраны здоровья. Основные приоритетные направления в здравоохранении Гомельской области остаются стабилизация основных медицинских и демографических показателей, организация работы врача общей практики, безусловно, создание необходимых условий для качественной работы медицинского персонала и комфортных пребываний пациентов в наших учреждениях здравоохранения.